Ольга Васильевна, как вы обратились к нам в агентство, как вы меня нашли? Нашла я вас через наше руководство садоводства. Это главный бухгалтер мне порекомендовал вас, наш председатель, потому что в нашем садоводстве о вас очень хорошее мнение, очень хорошие отзывы, и все, и вообще, на самом деле, кто обращался к вам, все получали всегда положительный результат, поэтому вот когда я приняла решение, что надо продать участок, мне сразу же даже Надежда Михайловна сразу сказала: вот тебе телефон, звони, разговаривай, тебе помогут. Работалось быстро, легко. Мне очень понравилось, что это все сделано оперативно. То есть я не потратила практически никакого своего времени. От первой встречи с вами до вот последней. Больше вы как бы лишнее время я на вас не тратила, вы меня не выдергивали на какие-то там встречи, на какие-то разговоры. Чисто по делу вот, позвонили, встретились, поэтому я очень благодарна, мне очень понравилось, на самом деле, мне очень приятно. И вот если как бы вы еще занимались, кроме этого садоводства, другими районами, я бы порекомендовала вам с любому другому своему товарищу, который обратился бы ко мне с таким вопросом. Спасибо вам большое за отзыв.